Сейчас на экране видео ежедневной процедуры, которую я проделываю при очистке бытового дистиллятора после очистки водопроводной воды. На видео в стеклянную банку я сливаю то, что осталось после дистилляции, или то, что могло бы быть просто выпито. Первоначально в дистиллятор была залита обычная прозрачная водопроводная вода. Помимо этого, в дистилляторе постоянно откладывается накипь на стенках. Сейчас на видео дистиллятор наполняется следующей порцией воды для ее очистки. И в качестве наглядного сравнения попутно в другую банку я наливаю чистую водопроводную воду.